Легко и просто заполнить даже широкие швы до 20 мм с затиркой FBR-300 от компании QuickMix. Предлагаем для вашего удобства и креативных возможностей раствор-шлам для заполнения швов между керамическими и клинкерными плитами на полу и стенах. Для приготовления раствора на 25 кг сухой смеси требуется добавить 5 литров воды. Раствор следует перемешать электромеханическим способом до образования шламообразной, вязкой консистенции без комков. Далее необходимо выдержать время дозревания смеси в течение 2 минут, затем снова перемешать. Уже схватившийся раствор нельзя разбавлять водой или смешивать с сухой смесью во избежание цветовых различий и образования пятен. Перед нанесением раствора поверхность следует тщательно увлажнить. Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение часа. Наносят раствор методом зашламовывания, диагонально к швам с помощью резинового шпателя. Данный метод заполнения швов позволяет обрабатывать большие площади поверхности за короткий срок. Смесь проста и удобна в применении, а благодаря минеральным компонентам, входящим в состав, плотно заполняет швы и равномерно твердеет без образования трещин. Свежие швы следует беречь от быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий. Раствор шлам FBR-300 подходит как для наружных, так и для внутренних работ. После подсыхания раствора следует диагонально к сетке швов удалить остатки раствора влажной губкой, не вымывая при этом поверхности швов. С FBR-300 всегда красивые, гладкие швы шириной от 3 до 20 мм, без трещин и цветовых пятен для ваших керамических или клинкерных покрытий из плит. Раствор шлам FBR-300 производится в 3 цветах – серый, серебристо-серый, антрацит. FBR-300. Не ограничивайте ваши креативные возможности.